Всем привет! Утро у нас началось с того, что где-то бахнуло, что-то взорвалось, я не знаю, или прилет, или что это было. И нам отключили свет. Ну, минут через пять, может быть, я не знаю. Короче, пришлось собраться, сходить на рынок. Я немножко скупилась, так как сегодня мы поедем до мамы туда на дачу, до детей. И будем там дня два, наверное. У Саши 2 дня выходной. Так что там поживем 2 денечка. Поможем родителям. И вернемся обратно. На улице у нас жара с утра. Вообще 30 градусов в тени, наверное. Ну, не наверное, а точно. На солнце там 35, может, даже и больше. Пришла, хотела, конечно, приготовить, кушать, но, видно, не судьба. Буду ждать света. Когда включат, не знаю. Обещали вчера вечером выключить в 6 вечера и до 23:00, но не выключали. А это выключили сегодня уже, на следующий день. И утром еще вдобавок. Супер. Вот. Подняли тарифы на электроэнергию. 4,80 будем платить. И спасибо большое. Отключают еще нам свет. Вот. Жизнь в Украине становится все хуже и хуже. Каждый день какие-то законы принимают. Короче, весело. Ну, слава богу, живы, здоровы. И на этом спасибо. Все. Вечером поедем сегодня. Скупимся. И поедем на дачу. Боже, какая красота. Вы извините меня, что я опять это снимаю, но я просто наслаждаюсь вот этой красотой всей. Просто обалдеть. Такие все цвета яркие, ой, цветы красивые, букеты обалденные вообще. Тут пиончик распустился, тут был бутончик вот такой вот. Класс. Уже сколько стоит. Ну, немножко там где-то там подвяло, там где-то подвяло. Ну, все равно. Обалдеть. Любуюсь каждым днем вообще. Ура! Нам дали свет. Так что я иду сейчас кушать готовить. Поставила телефон на зарядку. И сейчас пойдем готовить кушать. Буду готовить закусочный. Боже, что я говорю. Печеночный торт хочу приготовить. Ну, не знаю, посмотрю еще что-то. Вермишель у меня есть. Гуляш у меня есть к вермишели. Так, потом салатик приготовлю на ужин. И поужинаем с Александром. Когда он придет с работы. Вот. Так, дали свет и будем готовить печеночный торт. У меня семья обожает его кушать. Они очень любят его. Я его делаю обычно по праздникам, но... Иногда, конечно, делаю и просто так, потому что уже не знаю, что готовить его. Вот. Сейчас мы печенку порежем на мелкие кусочки. Ну, не сильно мелкие, но достаточно мелкие. Вот. Повырезаем с нее все ненужное, чтобы она была без всяких комочков. Так. Потом добавим туда яйца, муку, молоко. Яйца можно штуки 3 добавлять. Молока, ну где-то стакан молока можно. И смотреть по густоте потом добавлять молочко. Ой, молочко, муку.
и солим на глаз так. Вот. Потом делаем, потом это все перемалываем. Делаем, чтобы была такая консистенция, как на блинчики. Будем с вот этой жижи делать блинчики, короче. На минимальную скорость. Добавляем 3 яйца. Будете готовить вместе со мной. Так, посолим. Ну так, хорошо можно солить, не боясь. Вот. Так, взбиваем. Сейчас не могу привыкнуть, как оно его. А как же оно тут закрывается? О! Закрыла. Так, взбиваем. То открыть не могу, то закрыть. Так, теперь доливаем молочко. Вот. Так. Не знаю, ну, можно еще так блендерить. Добавляем муку. Я, конечно, повар не такой прям супер-пупер. Ну, иногда что-то на меня находит что-то приготовить вкусненькое. Так. Вот. И опять перемешиваю. Так, ну, я думаю, готово. Все. Сейчас покажу, что у нас вышло. Вот у такое у нас вышло. Вот. Сейчас сковородку достану. Вот у меня сковородка небольшая, такая блинная. И будем сейчас жарить блинчики. Так, сейчас баллончик возьму. Вот такой. Перемешаем еще немножко. И
и будем жарить блинчики. Так, ну вот такие у меня блинчики получились. Вот я их пожарила вот такой толщины. Довольно тоненькие, конечно. Вот. Так, сделала мазюкалку. Майонез с чесноком. И сейчас буду перемазывать. Каждый слой, каждый блинчик, то есть, будем хорошо так смазывать. Он до вечера пропитается. И будет объедение. Сегодня дочечку порадую. Она очень его обожает. Купила ей икры еще там. Ну, не только ей. Ну, для всех купила. Мы все будем кушать. Вот, хорошо так укладываем. Так. Итак, каждый блинчик вот ложим. Ложим, намазываем. И потом я в оконцовке покажу, что получилось. Так, ну вот, получился у меня закусочный вот такой торт. Я его украсила немножко укропчиком, порезала мелко. Вот такой толщины получился. Вот. Так что, снимала как могла. Снимала бы я просто для себя, ну и для вас, как бы, мои зрители, мои подписчики. У меня канал не кулинарный. Я не буду там готовить, там, ну, в смысле готовить, снимать так, как снимают именно кулинарные каналы. У меня канал мой семейный, о моей жизни, о моей семье, как мы живем. Вот, я просто сняла... Как я делала печёночный торт, вот. Так что не надо мне писать, могла бы снять там так или так. Я снимаю так, как я хочу, вот. Так что спасибо большое за просмотр, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на мой канал. Всем очень рада. Все, пока-пока.